Акустика TC-112 входит в серию гитарных кабинетов Taurus с одним встроенным динамиком. Корпус колонки имеет характерный дизайн, тяготеющий к винтажному стилю. Он получил надежное демпфирование, которое сводит к минимуму акустические и механические резонансы и обеспечивает плотное, точное и хорошо сбалансированное звучание. Кабинет покрыт устойчивым к механическим повреждениям материалом Toulex, представляющим собой особо прочный винил, а его углы защищены от сколов с помощью металлических накладок. В его верхней части находится ручка для переноски. Скромные габариты этой модели с глубиной корпуса в 25 см позволяют расположить ее без особых проблем даже в небольших студиях или на тесных клубных площадках. Колонка оснащена четырьмя ножками для напольной установки. Гордостью данной акустики без сомнения можно назвать легендарный 12-дюймовый динамик Celestion Vintage 30, заслуживший высокую репутацию среди гитаристов. Он способен выдержать большие мощности и перегрузки. Акустика рассчитана на мощность в 60 Вт, ее чувствительность составляет 100 дБ, а импеданс равен 16 Ом. Кабинет комплектуется двумя разъемами для коннекторов типа джек. Вес колонки достигает почти 14 кг, что не требует слишком больших усилий при ее перестановке с места на место. Модель TC-112 способна обеспечить тембрально богатое динамическое звучание и справиться с любыми сложными обертонами. Саунд этой акустики отличается особой теплотой в нижнем регистре, богатой и плотной серединой, а также красивыми и детальными высокими частотами. Колонка прекрасно сочетается с фирменной линейкой усилителей Stomp Head, а также с усилителями других производителей.